Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. После окончания пятого этапа конкурса «Любовь года» на первом месте находятся Никита Кузнецов и Дарина Маркина. Они набрали 40 с лишним процентов. На втором месте Сергей Кучеров и Юлия Ефременкова, у них 37%. Меньше всего голосов у Вальтера Соломенцева и Олеси Лисовской. Никита уверяет, что он любит Дарину. «Она самая красивая, самая нежная, самая ласковая. Мне очень повезло с ней», – пишет он. Ребята планируют свадьбу на весну. В рамках конкурса на проекте объявили неделю без косметики для девушек. Самая натуральная и красивая участница получит приз 100 тысяч рублей. В реальном времени Маша Кахно уже не переживает по поводу своей внешности. Она пишет, что отек после ринопластики у нее уже спадает, и она чувствует себя более уверенно. Захар Саленко считает, что Лере Фрост вообще нельзя пить. Если Лера не перестанет пить, то рано или поздно они расстанутся. Саша Задойнов помирился с Элиной Камерен. Он рассказывает: «Поговорили по душам и решили вопрос с алиментами. Половину уже отдал и подарков привез. У ребят не осталось злости друг на друга». Алиана Устиненко и Саша Габозов опять выясняют отношения. Недавно Алиана сказала, что Саша не дает ей разрешения выезжать с сыном на отдых за границу, а Саша написал в ответ, что Алиана прячет от него сына и даже не дает поговорить с ним по телефону. «Это эгоистично и лицемерно не учитывать желания ребенка. Знай, сынок, что я люблю тебя больше всего на свете», – пишет Габозов. Недавно Алиана принимала участие в программе Дмитрия Шепелева «На самом деле», и зрителей удивило, что она не знает возраст своего мужа. «Человек в 36 лет не меняется», – сказала она про Сашу. А Александру на самом деле 34. И непонятно, как можно было несколько раз выйти замуж за человека, даже не зная его возраста. Ольга Бузова путешествует по Америке. Там она встретилась с Викой Боня. Девушки были рады увидеть друг друга и обменялись комплиментами. Сергей Сичкар рассказал о своих планах. Он мечтает освободиться досрочно, переехать в Москву, у него будет свой бизнес, свой рэп-коллектив. У Феди Стрелкова и Кристины Лисковец сбылась большая мечта, они наконец-то переезжают в новое жилье. «Спасибо этому дому», – пишет Кристина, – «пойдем к своему». Как вы помните, после развода с Сергеем Адоевцевым, Мария Круглыхина смогла устроить личную жизнь и вышла замуж. В сети появилась фотография Сергея, которую сделали очевидцы. Он выглядит, мягко говоря, непрезентабельно. Очевидно, что он действительно злоупотребляет спиртным и даже не думает бороться с алкоголизмом. Таня Кирилюк делится радостью. «Я стала ведущей нового крутого проекта на российском телеканале. Меня ждут незабываемые путешествия. Сейчас девушка находится в Ярославле». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.